для того, чтобы приблизиться, и для того, чтобы ощутить прикосновение руки моей, нужно раньше раздеться своей самоправедности, нужно снять эти ноши, то, что навьючено на плечах твои. Что это такое, когда дрожат колени, колебается вера, как можно достичь цели? А ныне стоит ответственный вопрос для каждой души, как время стало мне стать в проломе. Многие хвалятся, что не стают, но куда стают? Они в проломе не стают за народ Ремену Сталмена. Они устали, они изнемогли и привыкли, как в былые времена. Пойду сражусь, как и прежде. А ныне нужно свежий елей помазания. Ныне нужно обновление внутренности. Ныне нужно просветление от священописания. Нет, не высохли источники живые. Нет, не высохли реки благодати. Почему упустила земля? Почему упустились руки Ремена Гелфара Глармена? Почему изнемогли молитвенники, когда Дух Святой призывает к брани? Равенту стуберег Лормена. Благословение нужно выбрать для молодежи. Благословение нужно выбрать для окружающего народа. Благословение нужно для страны. И как никто, церковь, она должна подняться. Она должна стать выше всех реформ. Потому что Дух Божий, Он обновляет сердца, Он дает мышление, и Он исцеляет землю, на которой живешь. И ныне, как никогда, нужно отрезвиться, нужно пробудиться, снять египетские одежды, хотя они разноцветные, опрокинуть столы, с которой питаются и умирают молодые люди. Что это за форма? Что за это за служение? Где эфод, крамина стал берег ломена? Мужья, одевайте эфод, входите в совет неба, передайте волю на землю, аминь. Рамену скибирлайду столмена, рука не стала короче, чтобы спасать и миловать. Почему изнемогли рабы мои на передовой? Потому что нет молитвы, нет тех людей, которые бы стояли в проломе. Плачут старцы и старицы, вспоминая славу прежнего храма. Но кто сказал, что сократилась милость? Кто сказал, что не будет позднего дождя, когда облака двигаются над Украиной и пройдет пробуждение? Аминь. Если ты не хочешь, если ты стоишь в стороне, подниму камни там, где они отторгнуты, там, где они откинуты. И я, кроме наглойда, стал меня, говорит Господь, в короткое время отшлифую и поставлю, как столбы, время торжествовать народу Господнему, время воспевать духом, аминь, Рагмену скибирлайду столмена, ибо поздний дождь приближается. Куда его излить, когда сердце твое переполнено, а за все отвечает золото и серебро? Что это бренит, что это звенит, кремили Гелфара Гломена? Разве не Кермайзу Глормена? Не знаете, что оно обесценится? Оно уйдет, как пришло, а то, что собирается у алтаря Господня, оно вечно. И как ныне важно пересмотреть головы свои, что на голове твоей? Царская корона или венец славы человеческой? Аво Отче, цари и священники, будьте достойны призвания, дабы из рога сегодня вылилась благодать на головы ваши, аминь, дабы уста, они были употреблены как орудия и разбили твердые и черствые сердца, дабы ноги сгибались гордецов и склонялись перед истиною, склонялись перед тем, перед которым вскоре склонится вся земля. Милость дана, в раментус ты береги меня к лормена, шаги слышны по земле, я говорю разными методами и стихиями природы и болезнями, это напоминание того, что близок день восхищения народа моего.